Всем добрый день. Сегодня у нас будет краткий обзор по новому Белорусу. Пришла моделька 923.3. Вот такой передней навесочкой комплектуется. Мост балочный. Кабина стоит уже бинашечная. Мотор 245, как на 952. Муфта также осталась. Док-баком комплектуется. Стоит док-бак. Вот такой трактор интересный. Мигалочки, зеркала большие, интересно выглядит. Так кабина такая большая, просто по сравнению, то есть, допустим, вот даже с 82, которая пластиковая, а то кабина здоровенная. Ресивер с этой стороны поставили, топливная моторпал. Вот радиатор алюминий, в принципе, как на 952 все. Так, колеса у него, что у нас по колесам? Колеса 952 остались такие же. Навес, в принципе, силовая, похоже на двенашевскую. 952. Распределитель вынесен вот сюда, вот тросиковый, крылья пластиковые. Да, интересно, не было такого, не приходил. Сейчас кабину посмотрим. Так, по кабине смотрим кабину. Вот такая у нас кабина, ну как пятнашка, в принципе, обычная пятнашечная кабина. Ручник уже доп. Сиденьем комплектуется. Вот такая коробочка, два режима и скоростя, 4 скорости задние. Рычаг управления КПП переднего моста, извиняюсь. Навеска, вся гидросистема выведена, блокировочка, ВОМ гидравлический стал, включение. Ну, в кабине, да, непривычно, честно. Вот такая комплектация интересная. Ну, по всем параметрам, как обычно, 952. Ну, двигатель пока не будет. Холодно на улице. Сегодня мороз у нас. Шилка так же, как на пятнашке. Сбоку сделана. Вот такая интересная модель.